Здравствуйте! Всем приветик тем, кто зашел ко мне на канал. Дорогие мои, я сегодня хочу еще поделиться одним советиком, который я вспомнила. Этот советик касается тех людей, у кого на ногах есть мозоли. У меня тоже были мозоли. Бывает, что-то обувь какую-то наденешь. Прошелся, водянка. А если ты постоянно там не обращаешь внимания, получается мозоли. И вот, вы знаете, это мне сказала моя соседка. Хотя я этот рецептик, этот советик, знала давно. Но на себе я это не применяла. А вот она утверждает, что это очень-очень действенный советик. Итак, что же нужно делать, чтобы мозоли удалить, чтобы их не было? Мы берем, вот у нас, видите, я уже отрезала кусочек лимончика. Но, прежде всего, мы берем водичку горячую, хорошенечко распариваем ножку. Распарили. Даже можно немножечко туда соды, чтобы она мягче стала, эта мозоль. Распарили. Хорошенечко вытерли ножку. Затем мы берем лимончик, это у меня большой кусочек лимончика, а вы вот так вот отрезаете попку, горбушку. Но чтобы тут обязательно в лимончике немножечко было мякоти. Затем мы берем эту горбушку, попку лимона и на мозоль. Затем завяжем бинтиком. Или тряпочка, или чем там у вас, что у вас там есть. Завязали. Вот. Затем мы берем или целлофанчик, или что-то, ну чтобы, ну я думаю, что не будет ничего сочиться, не будет на проходить никакая жидкость, потому что лимончик-то сухой, а там чуть-чуть немножечко мякоти. И вот, вы прилепили этот лимончик к мозоли. Надеваете носочек. Надели. И спать. Так нужно проделать несколько раз. Кому-то нужно больше это сделать, кому-то меньше. Но утверждают, и вот моя соседка говорит, что она только таким способом вывела свой болючий мозоль. Так что, дорогие мои, вот вам советик. А там уже вы смотрите, ваше упорство – и желание, и вера в это, во все народные способы, средства. Так что, дорогие мои, желаю успеха, чтобы все избавились от болючих мозолей, у кого они есть. А у кого их нет, пусть никогда и не будет. Вот так вот. Все, дорогие мои, на этом я с вами прощаюсь. До свидания. Всем-всем до свидания.